Еще раз всех приветствую, добрый вечер. Меня зовут Павел, и сегодня гуляете со мной. Самый первый главный вопрос, хорошо ли меня слышно? Потому что говорилки сегодня не будет. Она заряжается, у нее погибли аккумуляторы. Поэтому будет такое живое общение. Ну и гуляем с вами сегодня. Разгуляю. Начнем отсюда, со сквера Татищева, дойдем до трамвайного мостика через реку Никошику. Затем вернемся сюда же и отсюда уже пойдем в сторону камня. Закончим около часа изгорания. На все, про все у нас примерно полтора часа. И за это время я постараюсь рассказать, как из маленького поселочка Никошика вырос и появился и вырос наш город Пермь. Хоть и самый маленький, но город миллион. С важной миссией ему надо было выбрать место и основать новые горные заводы. Медеплавильные и железоделательные. Причем основа была именно на меди. Главное было основать медеплавильные заводы. Может быть, кто-то помнит или знает, что у нас делали из меди в начале 18 века. Пушки. Пушки, отлично. А еще? Колокола. Колокола. Отлично. Посуду дорого, деньги совершенно верно. Медные монеты. Медь у нас в буквальном смысле основа экономики, а еще основа защиты государства. Медные пушки флота Петра Первого. Медь стратегический ресурс, а здесь, на Урале, у нас хозяйничает семейство Демидовых. Они здесь давно освоили все самые богатые рудники, часть из них уже выработали. Ну и заламывают цены на медь. Запомните цифру. Слиток от Демидовых казне уходил по цене 9 рублей за штуку. Цифру запомните, еще пригодится. Так вот, казне эта цена не нравится. Хотят ниже, хотя бы раза два. И с этой целью как раз собираются создать систему казенных горных заводов. Татищев должен выбрать места и основать. Так вот, проезжая по Каме вверх от Осы, Татищев здесь, на месте нашего города Пермь, подбирает 3 потенциальных места для строительства горного завода. Первое – это место впадения Мулянки в Каму, в наш нынешний парк. Второе место – здесь, Разгуляй, место впадения Никошики в Каму. Ну а третье – место впадения 2 речек, на самом деле даже 3, большой мотовилики, малой мотовилики и доложанки в Кам. Все эти места кое-что объединяет. Как думаете, что? Кама, совершенно верно. Еще. Вода. Маленькие реки, совершенно верно. И? Отлично. Очень хорошо. Еще кое-что. Хотя, нет, не скажу. Мулянка выбивается. А еще? Так, давайте логически. У нас нам нужно отправлять продукцию. Дорог нет, отправляем по рекам. Для этого нужна большая вода в виде камня. Электричества нету. Поэтому водобойные колеса, нужна маленькая речка, чтобы ее запрудить. Еще спустя 13 лет был заложен мотовилинский завод. Совершенно верно. Но есть нюанс. Татищев здесь хозяйничает. Строит заводы, роняет рынок. Это не нравится Демидовым. Демидовы пытаются с ними договориться, пытаются подкупить. И все это не работает. Поэтому идут ва-банк. Пишут письмо Петру Первому, в котором говорят, что Татищев, а нехороший государственный чиновник, взятки берет безбожно. И отношение Петра Первого к взяткам кто-нибудь помнит? Кто украдет из казны больше, чем стоит метр веревки, на этой веревке повешен и будет. Татищева, конечно, не казнят, но его отправляют с Урала в Петербург, а сюда вызывают Вильгельма Дегенина. У него теперь уже две задачи. Первое – продолжить освоение горных заводов. Второе – разобраться, брал Татищев взятки или не брал. А Дегенин приходит к выводу, что Татищев все-таки взяток не брал.
Причем какие-то личные взаимоотношения между ними можно исключить, они были крайне нехорошие. Письмо Вильгельма де Генина Петру Первому начиналось фразой «Хоть я рожу его колбасу, но не люблю». Но, тем не менее, Татищев взяток не брал, а значит, Демидовы оклеветали государственного служащего при исполнении. Просто так это оставить тоже не могли, поэтому Демидовых судят и по итогу выписывают им штраф в размере 20 тысяч рублей. Шапку занимается законопроектами от Министерства тяжелой промышленности. И он выпускает закон, согласно которому каждый человек любого сословия, кто привезет на завод руку, получит за это деньги. Деньги небольшие, от 1 до 3 копеек за пуд руды. Кто-то помнит, сколько у нас пуд? 16 килограмм, совершенно верно. За 16 килограмм это 1 до 3 копеек. Для того, чтобы выловить слиток меди, нам в среднем нужно будет 5-10 кусков. А итоговый слиток уходит в казну по цене 3 рубля. Момент, о котором сейчас даже и не задумываются обычно. Надо выяснить, чья земля. Вот ничего подобного. Урал практически всегда, начиная с 16 века, частный. Здесь у Демидовых огромные владения, у Строгановых огромные владения. И надо в первую очередь понять, чья земля-то. А еще здесь куча помещиков со своей землицей. И они не всегда готовы бесплатно отдать ее под разработку. Приходится платить. Начинаем добывать. Дальше. Доставка. Самый интересный процесс без дорог. Логистика. Да, надо доставить все это на завод. И мало того, что дорог-то практически нету, так еще надо понимать, кто и за какую цену повезет. Ну, конечно, можно. Это исключительно добровольно. Конечно, прибыльно. Старались как могли. Того времени. Посмотрите налево. Одноэтажный деревянный, подчеркну, полностью деревянный дом. Да, тот самый дальний. Одноэтажный, полностью деревянный, самое простое жилье. Позволить себе могли почти все, при этом почти не потратив на это денег. Почему, поговорим чуть позже. Неплохая система, но тем не менее, да, кирпич дорогой. Хотя, если дом на несколько семей, либо семья все-таки с достатком, позволить они себе это. Ну и, конечно, памятник архитектуры муниципального значения на нашей второй рубеже. Купеческий особняк. Вторая половина 19 века. Полностью каменное двухэтажное здание. На сегодняшний день как жилой дом не используется, это офисные помещения, но опять-таки момент. Это не контора, это не государственное учреждение, это простой жилой дом. Правда, купца второй гильдии. Здесь есть нюанс. Опять-таки, есть свои ограничения. Можно заниматься оптовой торговлей внутри страны, либо розницей по регионам, то есть и то. И очень важная привилегия, можно иметь свои лавки в городе. Причем не только иметь, но и сдавать в аренду. Очередной источник дохода. И опять-таки, поддерживаем оборот, работаем на благотворительность. Можно получить статус купца первой гильдии. Но, как видите, купцы второй гильдии тоже жили неплохо. Меня спрашивай, Маля, я знаю, чего ты видишь. Спрашивай меня, я смотрю. Давай. Я хотела маме показать, что яичко есть. Я ее рада. Мы с вами на трамвайном мостике.
через реку Игаши. А, собственно, под нами река, которая позволила основать этот город. Стоит отметить, что сейчас она достаточно маленькая, но по хроникам сюда, в Игашишу, мог зайти корабль. Саню, который ему также приносит небольшой доход. А, но стоит отметить, что сама судьба Игашишинского завода, она не всегда была связана с государством. Да, построили на государственные деньги, но когда рудников в окрестностях не осталось, завод перестал приносить прибыль. И его было, и бывали неприятные инциденты, когда лошадь вместе со всем грузом оказывалась внизу. Чтобы этого не допустить, регулировщик не допускал трамвай, если туда уже въехала лошадь. И не допустили, хотят их продавать. Соответственно, без выкупа земли здесь и не построишь ничего. Живут здесь люди постоянно, то есть это не летние дачные домики. А, но в качестве примера. Мы ходили по второй раз гулять. Одно время... И котики в окна. Ну что ж, но есть в этом свои плюсы. Например, мы полностью избежали трамваев на конной тяге и сразу перешли на электрифицированный трамвай. Это хорошо. Из плохого. Первые трамваи, которые... Раскрыто трамвайного движения. Люди греются тем, что надышали, водители кирпичами. Ну а здесь, собственно, наше первое в Перми трамвайное депо. Хочу отметить, что наше депо было сейчас немного. А с противоположного, с противоположной части сквера еще до середины 2010-х годов можно было увидеть трамвайную стрелку, которая ведет никуда.